зритель, мне тут подарок от Деда Мороза. Получатель Леля. Короче говоря, сейчас звонок по телефону, значит, того, что... Алло, Леля? Я так думаю, мне что-то послышалось, думаю, может, это как-то связь такая, что может там не Леля. Я говорю, да, Ольга. Странно, написано Леля или Люля. Она говорит, а вы не ждете посылочку от спортмастера? Я говорю, жду. Она говорит, типа того, что... А почему Леля? Ну, в смысле, имя другое. Я говорю, понимаете, я говорю, это подарок от человека. Говорю, возможно, написали меня именно так. А так, говорю, Ольга, я по паспорту. Она, а, ну ладно, тогда понятно. Говорит, вы сейчас дома будете? Я говорю, дома буду, через 5 минут подъеду. Подъехала ровно через 5 минут. Это у нас доставка... А где я тут написано, как хочу? Причем я тут как бы, да, тут видишь, зритель, тыква. Вообще, предыдущий ролик я начала писать, но у меня камера, как обычно, разряжается. Ну, она... Получается так, что камера разрядилась перед тем, как мне захотелось записать хавчик на камеру, готовящийся. Ну и как бы камера слегка зарядилась, и я решила, что сейчас я обозрю вот это вот. А потом камера еще подзарядится, и я продолжу писать, как я тут готовлю что-то из тыквы. Сейчас я соображу, как это вскрыть. Дед Мороз хотел, чтобы я это как бы фоточками скинула, как оно выглядит. Ну, я и в Инстаграм зафоткаю и на камеру сейчас запишу. Так, это все оттуда. Сейчас я зафоткаю вот тут бумажку всякую. Бумажка всякая. Ей! Оно под цвет тыквы. Ну, мне, как обычно, неудобно всегда. А Дед Мороз такой хороший был. Я как бы этот, увидела их, и еще подешевле, но подешевле онлайн того номера, размера не было. Мне как-то неудобно, думаю, что это Дед Мороз свои бабки будет тратить. А Дед Мороз мне так, типа, это, говорит, в онлайне-то нету этого номера. Ну, в смысле, позаказать нельзя, только другой номер. В другом номере мои лапы утонут, и мы решили... Вот эти вот. Да, кстати, рекламный зритель. Циклотеч. C-I-C-L-O-T-E-C-H. А ну, короче говоря, бицикл Гловос. Велосипедные перчатки. Тут еще то ли на Япи, то ли на Китае. Так вот, зритель. Вот эта Циклотеч, она очень хорошая фирма экипировки. Я так понимаю, что ее делает сам этот самый... Как вот там, блин, спортмастер. У меня первые велоперчатки были именно такие. И я их тоже покупала в спортмастере. А еще тут такая фигня, можно тыркаться первыми двумя пальцами по телефону. Гелик так же, как у меня у тех был. И оно водонепроницаемое. Но поедешь ты, зритель, на велике, да, у меня стиралка там стирается. Поедешь на велике в этих перчатках, тебе будет дождик капать, а лапки не промокнут. Так, и сейчас я это... О, надо же заснять. Сейчас я это сниму. Так, сначала, наверное... Как это? Вот так это. Пакетики не были, пакетик мы кладем. Ты пока, зритель, послушаешь эту стиралку. Тут бумажечка между ними. Видимо, чтобы было комфортнее. Да, это, кстати, размер S7. Причем размер S по-разному. Где-то он пишется, что это 6 размер, который S. А где-то пишется, что это 7 размер, который S. Так. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, как тебя тут отсюда отсобачить-то? Лежать, не падать. Так, сейчас я их зафоткаю для истории.
только я, наверное, могу фоткать для истории поверх очисток этой самой, вот этой вот, тыквы. Я отзывы читала, что там якобы резинка узкая, рука не влезет. Ничего нормально влезает. Можно ездить будет, когда холодно. Или когда не очень тепло. Потому что у меня так-то только эти короткопальчевые штучки. Можно сказать, что они даже слегка свободные. Но с другой стороны, если одеть какую-нибудь водолазку длиннорукавную, то можно это... Прикольная, короче. Ой, слушай, Дед Мороз, какая ты лапочка. Да, вон тут туч пальцы. Сейчас я попробую этими туч пальцами. У меня, правда, были как-то перчатки с туч пальцами. Я ни хрена не получалось. Так. Как бы тебя это... Как сфоткать-то теперь? А что-то я не соображу. Во. Нажмись. Ух ты, нажалася. Туч палец сработал. Я сейчас сфоткаю. Так вот. Как это? Во. Нажмись. Что-то мутно как-то. Ну, в общем, это надо привыкать к тому, чтобы оно нажалося. Но оно удобно. У него еще вот тут вот как бы... Да, у кого-то лапы... Пальцы короткие, но я думаю, мы справимся. Главное, что они подошли. Короче, тут вот такие штучки. Я на сайте, когда смотрела, я поняла, что они вот так вот это. Ты загибаешь зритель палец, и оно загибается с тобой. Тут он гель. Если вдруг долбанешься об асфальт и на них упадешь, то тебе это будет хорошо, короче говоря. Круто. Сделано в Пакистане внезапно. Может быть, этот самый циклотеч, это не русский фирм. Хотя вообще не знаю, спортмастер там русский или как. Или просто магазин такой. Мне интересно просто было, что вот тут такое. Сюда можно палец засунуть. Я, правда, не знаю, так делают или нет, только я так делаю. Ну, не до конца, конечно, засунуть. Короче, в общем, оранжевенькие такие перчаточки. Спасибо тебе, Дед Мороз. Как бы говорила моя бабуся, как говорил бы дедушка, дай Бог тебе чего хочется и побольше. Во. Вообще лучше так, чем узко, потому что я боялась, что они будут совсем узкие, как там писали отзывы. Ну, как я лапу сувать буду. Круто. Теперь у меня есть перчатки, как у настоящего, не знаю кого. Эх. И снимаются они удобно. Так, сейчас я их зафоткаю уже вот так вот просто. А ты пока повтыкай на меня, зритель. Послушай, как моя стиралка шумит. Так вот, оказывается, паспорт показывает при забрании заказа не надо, надо только дата, время поставить, фамилия, инициалы, подпись. Я тут снимаюсь потолочным светом. Так, ну что, зритель, помашу я тебе перчатками. Тут, кстати, это, я думала, инструкция по применению, белые перчатки. Ой, к ней прилипла эта штучка. Тут, по-моему, даже два бумажка. Без бумажки я бы как-то. Точно, покупатель зеля. Вот и дошло, но, по-моему, за 4 дня или как-то так. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тебе, Дед Морозик.
И, кстати, девушка была курьер. Вот так. У нас в городе есть один таксист женского пола, а тут девушка-курьер. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.